Компания Panasonic показывает свое решение с автоматическим блендингом, через камеру. Я так понимаю, вставляется просто дополнительный кит проектор с картинками и калибруется. Но картинка выглядит практически идеально, я не вижу вообще стыков. Но он скалибровал примерно за пару минут. Вот. Также много представлено уже лазерных решений. Вот это вот крутящийся проектор. Они демонстрировали, что можно проектор теперь крепить вертикально, потому что для любого лампового проектора крепление вертикально означает о том, что лампа просто выгорит через день. Это самый гигантский проектор, который я видел. Вот. И ощущение, что это какой-то стёб. Но это на самом деле 4К проектор. Используется в кинотеатрах. Это 4К плазма. Для стриминга, для видео. Модули всякие различные. Control Room.